Год на улице и два в спортзале. Сирота из Одессы целый год провел на улице. Жил и спал там, где повезет. Питался тоже от случая к случаю. Пока не попал на занятия для всех на одной из городских спортплощадок. Там и нашел свое спасение. Тренеры увидели в парне большой потенциал и помогли вернуться к нормальной жизни. Невероятную историю расскажет наш корреспондент. Сильный, уверенный и ловкий. Такой Андрей сейчас, спустя 2 года после встречи со своим тренером. До этого была улица. Целый год жизни в холодных и небезопасных подворотнях. Вспоминать жизнь до теперь уже успешный тайбоксер не хочет. Говорит, слишком много плохого за это время с ним успело произойти. Поверьте мне, никому не легко на улицах. Когда зима, а у тебя нету носков, у тебя нету обуви. Я был в статусе ребенка-сироты. И я получал стипендию, жил в общежитии, как бы я был государством обеспечен на тот период времени, пока я себя обучался. Как только у меня обучение закончилось, как бы я остался на произвол. Как бы никому я не был интересен. Познакомился с тренером случайно, во время открытой тренировки на улице. Разговорились, и Андрей рассказал свою историю. Я благодарен просто, что я нашел Дениса Станиславовича, или он меня нашел. Я бы мог так же само сесть в тюрьму, я так же само мог бы стать наркоманом, я так же само мог бы умереть, как многие парни на улице. Сегодня я имею работу, я имею жилье, я имею достаток, и у меня есть с кого брать пример. Андрей сначала просто помогал убираться в зале, потом начал тренироваться сам, участвовал в соревнованиях. Теперь учит боевому искусству других. Это был запуганный мальчик, который не понимал, где он находится, не знал, что ему делать. Потихоньку, шаг за шагом, начали мы, наши ребята, которые у нас занимаются, тренируются, начали помогать ему, кто чем может. Кто-то едой, кто-то одеждой. И потихоньку дали ему возможность работать, сделали из него состоятельного, хорошего спортсмена. Сегодня он уже показывает результат, сегодня он уже тренирует в наших залах. Пока у Андрея всего 2 титула. Он бронзовый чемпион Украины и вице-чемпион Одесской области по тайбоксу. Парень очень талантливый, и это видят другие спортсмены. Я была горда, что он выбрался из такого положения, что ему помогли люди, с которыми я тренируюсь. Я очень была удивлена этой историей и душевно тоже переживала за Андрея. Но увидела, как он вырос, какие высоты он поднялся, и он очень большой молодец в спорте. Я еще прислушиваюсь к его советам, хотя мы вместе занимались все это время. Ежедневно в залах Андрей проводит по несколько часов. Сейчас хочет попробовать себя в новом виде спорта – классическом боксе. Потому усиленно тренируется. Уже в следующем году парень поступит в университет. Хочет получить диплом специалиста по лечебной физкультуре. Не просто так. Мечтает помогать особенным детям. Анна Грынев, Екатерина Лапицкая, Игорь Казанжи, 7 канал.